В Чебоксарах стартовал психологический марафон. Во всех дошкольных учреждениях города пройдут тренинги и семинары для родителей и воспитателей. 202-й детский сад сегодня первым подключился к акции. Для малышей педагоги подготовили психологические игры. Благодаря им ребята должны стать более уверенными и общительными. Родители воспитанников детсадов тоже могут поучаствовать в тренингах. Педагоги-психологи отмечают, для них важно помочь семьям, где уже зарождается конфликт отцов и детей. Сейчас многим родителям необходима действительно хорошая консультация, хорошая помощь по поводу воспитания детей. И наша задача не только помочь им дать эту помощь, но еще обратить на себя внимание и дать возможность понять, что мы это можем. И этот марафон как раз нам такую возможность дает. То есть мы сейчас открыты. В рамках психологического марафона пройдет конкурс среди педагогов. Они поборются за звание лучшего организатора. Они покажут свою компетентность, свой творческий потенциал. Значит, здесь же у нас и популяризация психологических знаний, и популяризация семейного благополучия, и успешности родительской.